Продолжаются поиски двух мужчин, жителей деревни Снядин Петриковского района, которые 31 января провалились под лед, переходя реку Припять. В поисках участвуют спасатели МЧС и маневренно-поисковая группа Гомельской областной организации «Освод». Специалистов обеспечили дополнительной техникой и оборудованием. Напомним, около паромной переправы мужчины переходили реку Припять, следуя домой. Автомобильным транспортом пришлось бы объезжать более 100 километров. Предполагается, что они вышли на тонкий лед, который подмыло с обратной стороны, и вместе провалились в воду. Поиски не прекращаются ни на минуту. Глубина в реке на этом участке достигает 12 метров. Работы усложняются из-за тонкого льда и быстрого течения. Группировка спасателей постоянно усиливается. В настоящее время из Минска выдвигается группа водолазов республиканского отряда спецназначения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Четвертый день продолжаются поисковые работы. При проведении работы используется аэролодка «Пиранья». Не утихают поисковые работы и в Речицком районе. На старом русле реки Днепр, около деревни Красный мост, под лед провалился рыбак. Водолазы нашли его вещи, однако тело до сих пор не обнаружено.